Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем готовить запеченные яблоки с медом. Что нам для этого понадобится? 3 яблока, мед, 3 чайных ложки. Итак, приступим. Берем наши яблоки и срезаем верхушку. Далее убираем немножко сердцевины, вычищаем. Далее берем мед и выкладываем яблочко по чайной ложке. Далее накрываем наши яблочки вот так. И помещаем в микроволновку на самую высокую мощность на 5 минут. Вот такие печеные яблочки у нас получились. По желанию можно добавить любые ягоды. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем приятного аппетита! Пока!